0,47, 378. 482. Вот это да! Да, вообще здорово. Так все, вообще шикарно. Да, мне держаться можно? Да. Вот это обалдеть! Ваня, спасибо тебе. Это будет справа со старта. Мы будем сейчас вверх, да, подниматься? Обалдеть! Ты гляди, я полюблю это теперь уже с вами. Вот это да. Ничего себе! Мы прилетали в Вайм, нас привезли сюда на эту обзорку, короче, уже смеркалось, ничего было не видно. Вот это да! Вчера возвращались на эту дорогу, ехали мы на Батуми, ехали днем, выезжаем. Вот. Возвращались вчера ночью, по всей картине. Не, вот эти ощущения прям бесценны, наверное. Thank you.
такая точка. Это так круто. Ездили в Адыгею, в горы ездили. На Камчатке даже был, в вулканах. Поднимаюсь. Представляешь, обедали в вулкане. Прямо в кратере. И это. Но эти горы, это просто обалдеть. Они не такие, они какие-то свои. Такие. Падение, что ли, получается, да? Крутится, это получается напряжение большое идет. Сам организм такой. Обалдеть. Ничего себе, насколько мы взлетели. А сколько здесь вот получается по расстоянию? Не пробовали замерять? Ну, да, наверх вот сколько поднимает? Да, да. Ничего себе. Ваня, а ты на этот ледник не ходил, не пробовал сходить? Ну, вот как-то. Ты не дивно закрапил, у тебя сантиметра 3, наверное, выпал. Вот так вот, насыпал. Тут все белое. Да? Ничего себе. Машина-то не побила?